Читали стихотворения, пели песни, провели литературный вечер. В Красноармейском районе также начались мероприятия к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко. Первыми эту дату отметили ученики школы села Николаевка, организовали литературную гостиную, декламировали стихи великого Кобзаря, читали не только на украинском языке. Например, «Шевченковский заповед» прозвучал также на русском и английском. Еще николаевские школьники вышили портрет поэта. Действительно знаменательное для Украины. Это год 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко. В учебных заведениях района спланирован целый цикл мероприятий.